Я вот слышала, неделю назад пролетала ракета. Такое впечатление, что она по крышам летела. Но уже ее не спутаешь с самолетом. Она летит воинственно так. Прямо, ну страшно, конечно. Ну, я живу в хате, а не в доме. Вот неделю назад, наверное. Сняло покрытие на сарае. Теперь надо сарай покрывать. Так что так вот живу. А за эти 2 года цены выросли ужасно. Я не знаю, кто эти цены поднимает. Есть ли у них, ну, какое-то представление о том, что может человек купить на эти деньги. Что такие пенсии, что это уму непостижимо. Никакой нормальный ум это не выдержит. На одну вот коммуналку, на газ и на воду, там на все на свет. Это точно половина пенсии ушло бы. Если бы это не ХЭСОД, я бы уже точно, я бы не выжила. Я получаю от ХЭСОДа. Патронажная сестра у меня есть, она ко мне уже ходит 11 лет. Потому что постоянно у меня сколько падало, они мне и поднимали, тут и все. Ой, да все она делает, все, что нужно. И купает меня, и убирает, и стирает мне. Вместе с патронажным работником мы часто зажигаем свечки. На Хануку еврейскому народу я бы пожелала мира, добра, чистого неба, вкусного хлеба, чтобы они не бегали по своим убежищам, чтобы спали спокойно. Спасибо им огромное. Я за них только молюсь Бога. Как говорят, что жизнь дана каждому, а старость избранным. Вот. Еврейский народ помогает потому друг другу. Правильно же я сказала? Так оно и есть. Таких народов нету.